Один из компьютерных томографов в Республиканском онкологическом диспансере возобновит работу уже в марте, после чего на нем сразу начнутся все необходимые исследования пациентов. Об этом сегодня нам сообщил главный врач медицинской организации Ерван Хедишан. Информацию о том, что два компьютерных томографа вышли из строя, в онкологическом диспансере заявили в начале февраля. Специалисты обслуживающей организации провели техническое свидетельствование, принято решение о покупке необходимых комплектующих. В ближайшее время томограф отремонтируют, и он начнет работу. Аппараты КТ у нас работали последние годы достаточно интенсивно, и, к сожалению, получилось, что друг за другом в один период они вылетели из строя. Полетела основная часть, это рентгеновская трубка. Мы провели диагностику специалистами соответствующей организации. Счетчики показали, что трубки проработали в 2,5 раза больше, чем ресурс самой трубки. На один аппарат мы уже провели аукцион. Ждем сейчас поставки трубки и монтаж. И надеюсь, что во второй половине марта уже заработает. Второй аппарат немножко сложнее. Там есть необходимость замены еще одной детали, которой в настоящее время в Российской Федерации нет. Но мы работаем над этим вопросом, чтобы провести ремонт второго аппарата. Компьютерный томограф помогает докторам ставить более точно диагноз и контролировать ход лечения. Это особенно актуально для онкологических больных.